Служебный вход. У микрофона Анастасии Грибова и Дарья Гудкова заметила такую закономерность, что чем старше человек становится, тем больше тянется к земле, в том смысле, что ему хочется что-то выращивать, сажать и потом наблюдать за результатами своего труда. Поэтому сегодня к нам в гости пришел садовод Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте. 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 Начало лета традиционного в России сезон открытия дачного сезона, и как мне представляется высадки рассады для будущего урожая. Как сделать так, чтобы ваш участок превратился в сад? чудес и плодоносил на зависть соседям а в магазинах овощах и фруктах можно было бы и вовсе забыть узнаем сегодня андрея Владимировича. андрей владимирович ну давайте начнем вообще с того как так получилось что вы стали садоводом. как вы вообще пришли в эту профессию да, как пришел. Как и все приходят, захотелось. Захотелось, было интересно, но хорошо, ко мне это пришло в детстве. Как вы совершенно правильно сказали, часто это приходит с возрастом, с опытом. Это не потому, что с возрастом людям делать нечего, да, появляется много свободного времени. Они поехали работать в сад. Нет, это как раз с мудростью приходит. Потому что люди понимают, что заниматься растениями это, во-первых, очень интересно, это очень познавательно, это приносит конкретную пользу, даже выращиваю цветы это конкретная вот реальная польза не говоря уже там про картошечку про помидорчики то все свое все здорово я там приведу очень хороший пример у меня есть достаточно состоятельный товарищ который за последние 20 лет этот состоятельный товарищ еще только не перепробовал как он только не развлекался он с аквалангом плавал и с парашютом прыгал и сигары курил в какие-то клубы ходил бегом занимался велосипедом занимался все перепробовал что только можно было перепробовать и всегда смеялся надо мной как это неинтересно. В земле копаться, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пришла когда пандемия, он закрылся у себя на даче и начал так потихонечку звонить. А знаешь, вот у меня что-то вот малинка не получается. Я говорю, как ты малинкой занялся? Да, слушай, занялся. Я еще картошечку посадил. И все, все. Человек теперь наш. Человек теперь самым главным развлечением считает именно работу в саду, работу в огороде. И за голову хватается. Ой, столько у меня времени-то улетело зря. Надо было мне раньше начинать так что если вы еще не начали заниматься садом огородом немедленно немедленно что-нибудь посадите и вы увидите насколько это здорово насколько это интересно а если у вас есть дети и внуки если вы хотите чтобы они были добрыми то конечно их воспитывать желательно не из под палки а заинтересовать вот что то ребенок начал выращивать все это уже не сто процентов что он вырастет добрым и хорошим но шансов будет гораздо больше а это выгодно именно вам что ваш ребенок, ваш внук будет добрым, хорошим, и к вам потом будет относиться по-доброму. Так что давайте, давайте, вовлекайте. Андрей Владимирович, скажите, а вот можно ли, вот если ты садовод, зарабатывать на этом деньги? И как вообще на этом зарабатывать? Конечно, можно. Конечно, можно. На все можно зарабатывать деньги. А уж на садоводстве тем более. Знаете, если бы я, допустим, поставил себе задачу зарабатывать деньги, я бы уже, наверное, заработал бы много-много денег, но у меня задача немножечко другая. То есть, представьте, Сколько сейчас ко мне обращается по весне людей, там, знакомых, родственников. Слушай, вот можешь ты кого-нибудь прислать или сам приехать там за какую-то иную сумму? Обрезать деревья. Вот просто обрезать деревья. Я говорю, ну я сам не могу. У меня у самого в саду, я садовод выходного дня, я могу посвятить саду, огороду своему максимум день в неделю. А это, это практически ничего. День в неделю. То есть у меня у самого там работы не сделана я не могу. Но при этом, например, обученные люди, вот, допустим, студенты Тимирязевского университета, те, которые поработали в том же Мичуринском саду, которые научились работать. Многие тимирязевцы, они с детства этим занимаются, то есть это они пришли туда уже обученными. Так вот они очень по весне хорошо зарабатывают именно на обрезке деревьев. Тем более у нас процентов 90 деревьев либо не обрезаны, либо обрезаны неправильно. Если мы вспомним, допустим, меня, у меня, да, у меня была практика, я не зарабатывал, а в детстве получал конфеты за свою работу. То есть я научился по отрывному календарику и кухонным ножом прививать растения. То есть вот все делал неправильно. Ну, что-то приживалось, что-то не приживалось. То есть научился, да. Это очень просто для тех, кто не умеет. Ради бога, учитесь, проще не придумаешь, если у меня получилось с кухонным ножом и в детстве. Так вот, научившись прививать, я получил некую славу. Э такой вот, он умеет прививать. О, это наш юный Мичурин, да. И меня звали что-то привить. Я прививал, и, ну, естественно, кто там ребенку там, 10-летнему, 12-летнему там что-то заплатить. Ну, естественно, мне давали конфеты, я с удовольствием брал конфеты еще в два Пацанов кормил заработанными, замечу, конфетами. И до сих пор горжусь, что я вот таким вот образом зарабатывал. То есть я, я тоже очень с собой гордился, что я вот получаю некую зарплату в виде конфет. Так что видите, вторая профессия научитесь прививать. Прививать полчаса учиться. Хорошо, два часа. Ну, попрактикуйтесь еще немножечко. Все, вы научились прививать, вы уже можете ходить. Знаете, как раньше точильщики ходили, ножи, точили, ножи и точим, а вы ходите по садовым участкам: Прививаю! Прививаю! Кому привить? Там 50 рублей прививка или 100 рублей прививку. Суд, думаете, не найдется? Найдется тот, кто вас пригласит чаем напоит и заплатит вам деньги. Так что если теряете работу, всегда садоводство, огородничество, умение прививать, работать с растениями вас выручит. А вообще какими минимальными знаниями нужно обладать, чтобы вырастить какой-то ну, базовый набор корнеплодов на своем участке? Я имею в виду. Смотря откуда базовые знания будете черпать я там в шутку иногда себя сравниваю в области образования садоводческого с Мичуриным. Мы вместе с Мичуриным тоже специальных учебных заведений -то не кончали по растениеводству. Кто посмотрит биографию великого ученого и великого садовода, очень удивится, что, в общем-то, у него и высшего образования даже нет. У академика и специально принимались постановления, чтобы человека без высшего образования сделать академиком. Ну, Мичурин был самородок, поэтому и вы можете. Если у вас нет образования, если у вас нет каких-то базовых знаний, всему сейчас можно научиться. Другое дело, что мы живем в эру интернета. Интернет сыграл с большинством граждан очень злую шутку. Знаете, что последнее время, последние 10 лет урожайность большинства культур у садоводов-любителей резко стала снижаться. Это исключительно из-за того, что они учатся в интернете. Потому что раньше учились газеты, журналы, книге там, по крайней мере, не проскакивала бредовая или какая-то совершенно шизофреническая информация. Сейчас самая востребованная информация — это какой-то откровенный бред. То есть, понимаете, если специалист выходит в интернет, начинает учить, допустим, вас правильно удобрять растения, у этого специалиста будет 100 просмотров, 200 просмотров, но если вам нужно там полмиллиона за недельку просмотров, это несите колесицу типа подкармливаем дрожжами. Вот посмотрите, все серьезно с самое сейчас популярное видео, это подкормка дрожжами, то есть его в разных вариантах, там уже десятки блогеров, понимая, насколько это популярно, они вот эту байку, вот дрожжи, причем так наукообразно, что там мешать надо в такую сторону по часовой стрелке, когда дрожжи разводишь. И как вот объяснить людям, люди, растения дрожжи не едят, не едят. Главное, это, в общем-то, есть этому кое-какой фундамент, то есть были и есть исследования взаимодействия растений с микоризой, то есть с грибами, но это все таки не пекарские дрожжи. Ну, то есть, ясно, что это другие дрожжи, но люди не понимают. Вот кто-то слышал звон там, грибы, грибы, и то грибы, и это грибы, и дрожжи. Давайте дрожжами поливать. А еще пословица есть, растет как на дрожжах. И вот вот эта байка, сейчас зайдете в интернет, наберите подкормку дрожжами, ох, выскочит сколько ссылок. И люди, которые приходят, говорят, слушай, надо попробовать, надо попробовать. Да, пишет мне одна женщина тут на днях, знаете, вот, я вроде бы все правильно делала, я учусь по интернету, подкормила свою рассаду бором, подкормила со подкормила дрожжами, полила йодом еще, а оно у меня вся погибло. что там мне еще надо было, что ли? тетенька, говорю, выбрасывайте землю и пересаживайте заново, либо идите уже покупайте рассаду в садовых центрах. Зачем вы это делаете? Вот, вот зачем вы вот эту околесицу притворяете в жизнь? Эта околесица, она теперь главенствует и, например, борется с заболеваниями томатов сейчас, ну, процентов, наверное, 70 с огородников именно йодом. Как просто? Йод в молоко капнул и опрыскивай. И фитовторы, как говорят блогеры, убежит из вашего сада и не будет фитовторы, ага. Тут международные концерны тратят десятки, сотни миллионов долларов на разработку все новых препаратов против фитовторы и все никак ее победить не могут. И тут оказывается, так просто несколько капель йода. Тоже, знаете, уж это торчат кого в этих самых советах. Ведь у нас фармпредприятия, они некоторые очень богатые, они поняли, что хороший маркетинг. Вот если, например, у того же йода аптечного будут не просто потребители, которым надо пальчик помазать, да, а начнут скупать этот йод литрами и пойдет народ толпами, то количество производства йода увеличится. Что, собственно, и произошло сейчас. Продаваемый йод в аптеке — это три четверти покупают садоводы для да. того, чтобы вот опрыскивать. Но граждане, а вы проверьте, вот есть такое слово фунгицид. Это препарат против гриба. Фитофтора — это такой гриб, такой, потому что нам немножечко посложнее, поэтому я так это сам. Будем считать его грибом, да? Так вот, фунгициды – это препараты против грибов. Йод не имеет фунгицидных свойств. Ну и что вы там поливаете, чего вы опрыскиваете, да? И ведь это же не просто, это массово. Массово. Вы знаете, мне часто приходится с профессионалами общаться, вот не с любителями, а с профессионалами. И если бы вы знали, как на меня, например, смотрят нехорошо люди из профессиональной сферы, например, специалист по той же самой фитофтории. Он так на меня взгляд вперил на одной конференции, так это вы из садоводов-любителей, это вы любители-вредители? Я говорю, что, что? что, вы такого сделали? И как, говорит, вы знаете, вот, вот при представьте, я специалист по фитофторе. И вот эти основные вредоносные штаммы, фитофторы, фитофторы тоже мутируют очень сильно. Откуда они выходят? Они выходят из садоводческих товарищей. Потому что вы вместо комплексной нормальной борьбы, каждый, кто в лес, кто под дрова, и вы в основном производите и новые штамбы, и распространяете эту самую фитофтору, еще и в большое сельское хозяйство летит. Ух, сказал он мне, вы еще у нас попляшете, да? Так что вот, это к тому, что к сожалению, учиться приходится большинству на собственных ошибках. И интернет чаще всего здесь очень плохой помощник, потому что отличить вот эту вот шелуху, это мракобесие, эту глупость очень трудно, потому что глупые советы, они дают очень простое решение, вопросы. Андрей Владимирович, а вот на кого тогда ориентироваться? Вот вы затронули очень интересную тему по поводу вредных советов от блогеров, а вот э, обычному тогда человеку, который начинает, возможно, только заниматься садоводством, Откуда черпать вот эти вот знания? На кого ориентироваться? Кому обращаться? Каким книгам? В принципе, в интернете есть прекрасные материалы, но их надо уметь отличить, отделить. Знаете, вот как-то я ради интереса залезаю в интернет, стало мне интересно, что внутри Луны, да? Набираю, что внутри Луны. Первая ссылка. Там внутри Луны живут инопланетяне. Вторая ссылка. Внутри Луны, значит, Луна пустотелая, там значит типа космический корабль и так далее. Ну и где-то только там с шестой-седьмой ссылки пошли какие-то действительно научные вещи, что внутри Луны. Кто у нас дальше второй ссылки или третий смотрит? Как правило, редко кто. Поэтому учитесь учиться. Вот что самое главное. Учитесь отделять глупость от действительно настоящих материалов. Кстати, сейчас я пытаюсь Академию наук России сподвигнуть на вот это большое дело, дать бой блогерам или блогерам, как их еще называют. Дело в том, что сейчас в Академию наук перешли очень хорошие мои друзья работать. Например, Чекмарев Александрович, который был главным растениеводом в стране, то есть он работал в Минсельхозе, и его знают все растениеводы и животноводы всей страны. То есть это уникальный очень человек. Так вот, сейчас он работает в Академии наук, фактически одним из заместителей президента Академии наук. Вот, я его уже убедил, что у вас знаний много, специалистов шикарных много, но любому хорошему специалисту нужен, во-первых, переводчик. Любой хороший специалист разговаривает на другом языке. Вот Почему мне частенько приходится переводить с научного на язык обычный? И давайте, давайте используем, потому что нельзя вот этот научный потенциал не использовать и отдавать действительно на откуп блогерам, чаще всего неграмотным, абсолютно неграмотным, которые один и тот же бред перепечатывают, копируют и на этом еще и деньги зарабатывают. Ну давайте все-таки пусть вот эту вот информацию забивает проверенная, нормальная информация, которая будут э, давать и вбрасывать тот же интернет, академики, доктора наук, то есть ученые, ученые. Андрей Владимирович, а что самое экзотическое растет на вашем участке, может быть, или когда-либо росло? И есть, может быть, что-то в планах, чтобы вы хотели вырастить, но пока, например, не получается там или... Планы у меня большие. Но когда-то экзотическим у нас была черешня. Я помню, в 1990 году я из-под полы на моросейке, там, возле возле семенного магазина покупал черенок черешни. Черешни, как сейчас помню, сорта Валерий Чкалов. Тогда же этого ничего не продавалось. И вот там стояла очередь возле семенного магазина, и там ходили такие жучки, которые там черенки могли продать. 50 копеек отвалил за черенок. 50 копеек, да. И я вот его привил, у меня до сих пор этот Валерий Чкалов. Сорт старый, интересный, он плодоносит. Когда-то эта черешня в Московской области это была экзотика. Для теперь регионы, черешня, да. теперь черешня не экзотика вообще вообще. Черешня нормально растет и никогда не подмерзает. Именно в Подмосковье. Более того, иногда опытные садоводы, они оказываются немножечко вот так вот на обочине по сравнению с новичками. Вот в электричке еду, два садовода. Один новичок, другой опытный такой, вот дальше некуда. И вот опытный учит новичка. А новичок, а вы знаете, вот, а еще вот у меня такой вопрос, у меня вот какие-то растения не очень хорошо растут, что-то вот у меня абрикос совсем загибается. Тут. О, как какой абрикос? В Московской области абрикос не растет. Он, да, а у меня, знаете, пять лет рос, плодоносил, а вот сейчас стал что-то плохо расти. Да не может такого быть, ты путаешь. Ну, тут уже я встрял, говорю, да нет. В принципе, множество сортов абрикоса, по крайней мере, я знаю сортов 20-30 сортов абрикоса, которые у нас прекрасно растут. То есть там Монастырский, Триумф Северный. Для То нашей есть такие зоны... южные, косточковые. Они не южные, они уже пришли давным-давно к нам. Там другая проблема. Они страдают от болезней, в частности от манилиального ожога или манилиоза. Но это немножечко другое. То есть с точки зрения климата им здесь нормально. Как и, допустим, многим сортам винограда. Сейчас кого-то сейчас удивить. Ох, там виноград выращивают. Слушайте, у нас есть специалисты, которые выращивают по 60 разных сортов винограда. Я знаю, в Твери э, таких замечательных виноградеров, в Московской области, в Костромской области, в Северодвинске. Он сладкий, вкусный, он великолепный. А есть виноград, за который мы ухода никакого не надо. То есть есть такие сорта, вернее, даже не сорта, винограда видов много, но съедобных только два. Мы выращиваем в основном так называемый витис винифера, то есть европейский виноград. А есть еще витис лабруска, либо его гибриды. Мы его знаем в основном как виноград. это вот ученые его называют виноград лисий, потому что там вот такой вот мускатный слегка привкус. А мы еще называем называем часто это изобельными сортами. Типа Изабелла. Это не та самая Изабелла, но это именно они. Так вот, большинство сортов Витис Лабруска, они очень просты в выращивании. Я, например, у меня есть несколько кустиков той же самой Лабруски, я даже не пригибаю их к земле. То есть они зимуют, они переносят любые морозы и абсолютно неприхотливы. это там ведерочка, виноградика, да, оно может быть с точки зрения каких-то производства напитков не самые лучшие, и специалисты, которые там кьянти делают, они, может быть, там презрительно там сморщат нос, но я делаю компотики, я делаю очень вкусное, красивое гранатового цвета варенье, кисленькое, великолепное, ну и очень много замораживаю, и потом что-то из него делаю. Андрей Владимирович, а как вы относитесь к химикатам на участке к удобрениям? Ну вот когда, допустим, картошку от колорадских жуков начинают поливать, вот как вы к этому относитесь? Я отношусь разумно ко всему. И вот эти вот блогерские, вот эти эко всякие системы, я там не применяю химию у себя в участке. Это, знаете, вот любой профессиональный агроном это даже чаще всего не комментирует. И тут я это прокомментирую. Понимаете, нормально выращивать растения без тех же удобрений невозможно. Растению что нужно? Самое главное. Вот давайте так немножечко в учебник пятого класса по что растениям нужно? Азот, фосфор, калий, да? Три макроэлемента, плюс микроэлементы. То есть растения не едят ничего другое. Они не едят, кстати, и навоз. Все, что, допустим, они потребляют из почвы, то, что разлагается органикой, тот же самый навоз, это продукт разложения и последующей минерализации. Большинство препаратов, даже там, с точки зрения экоактивистов, там очень-очень ядовитые, они имеют так называемый срок ожидания. Срок ожидания, как правило, там три недели, может быть, четыре недели. Это то время, когда уже препарат разлагается и вы его следов не найдете, даже с помощью спектрометра не найдете. Поэтому, если вы вовремя обработали, колорадский жук не успел отложить яйца, значит, все нормально. То есть это если... не вредно. Что значит вредно и не вредно? Если вы действуете по регламентам и вовремя и защищаете свой нос, свое дыхание, респиратором, то это нормально. Что значит вредно и не вредно? Вредно жить в Вредно, например... для самого корнеплода я имею в виду то, что это потом все оседает на эту же самую картошку, а... а мы это потом едим. Я уже сказал, что есть так называемый срок ожидания, и через примерно для большинства любительских препаратов через 4 недели следов данного препарата вы нигде не найдете. Есть, например, серия препаратов протравителей, когда картошка протравливается и этот препарат, что называется, внутри клеточного сока, и он травит того же колорадского жука. Но когда время потребления картофеля уже вами следов этого препарата нет. Продолжим тему тогда вредителей. Вот откуда вообще они появляются, да, новые вредители. Вот как с ними бороться? Коллеги тут мне подсказали, что есть такое заболевание, распространенное сейчас у яблок, которое называется черный рак. Черный рак, это спорос, заболевание коры. Откуда они берутся? Кто виноват? Кто самый главный вредитель Кто? в саду? Самый главный вредитель в саду и в огороде это плохой хозяин, плохой. Понимаете? чтобы дошло у вас до черного рака или цитоспороза, это столько вам надо приложить усилий, столько мучить ваши растения, что много лет это не просто так, ап, и черный рак у вас появился, да? Моя профессия упрощать все совсем до предела. Так вот, посадить, выбрать правильный сорт, это тоже много ума желательно иметь надо, не просто так. Вот почему чаще всего у людей, которые понакупили саженцев, просто по какому-то наить, вот понравился им там вкус, понравился, вот по рекламе понакупили, да, или недорогих саженцев, которые, допустим, ой, к нам такие шикарные саженцы из Молдавии привозят, шикарные саженцы, они лучше наших выглядят, в Молдавии потеплее климат, там они выше намного, а когда саженец больше и выше, у него больше однолетний прирост, естественно, для э, несведущего человека он лучше, ведь если больше, то лучше, да, он, естественно, покупает. Зачем платить 300 рублей за малявку, да, когда можно там полтора метра такой хлыст купить. А это все сорта, которые не подходят для нашей климатической зоны. Это, конечно, не значит, что этот сорт э, тут же загнется в первую зиму. Но он будет плохо себя чувствовать. Когда плохо себя чувствует, вот на него все болячки и посыпались. И те же морозобоины, и те же солнечные ожоги, и заканчивается все черным раком. Вы начните вообще с подбора нормальных сортов. Питомниководы, профессиональные питомниководы, не могут составить сейчас достойную конкуренцию жуликам, потому что жулики обещают больше, обещают краше, картинки, великолепные вам на фотошопе, да, и наш народ падок на это, он покупает, лучше купит в интернете, чем купит в питомнике, нормальное, в интернете какую-нибудь ерунду купит, а потом, ох, у меня вот это самое, знаете, мне тут а тоже одна женщина пишет, я вот а, в одной фирме, которая продает, даже не буду дозывать, фирма из Смоленской области, да, ее все знают, фирма на букву «Б», так вот она известна тем, что она продает у нее на сайте, ну, процентов, наверное, 50 растений, которых вообще нет в природе, да, там, колоновидные абрикосы, колоновидные персики, колоновидные вишни, колоновидные сливы, колоновидные груши, все у них есть в ассортименте. Но спросить любого агронома, особенно специалиста в области колоновидности, он вам четко скажет, что колоновидными в наших условиях могут быть только яблони. Все остальное это фотошоп. Так вот они фотошопом торгуют уже много лет. И кто-то это покупает, и много покупают. И что из этого происходит? А из этого происходит то, что сад приходится постоянно пересаживать. Вот, знаете, самый главный орган у хорошего Садовода какой? Это руки, это ноги, это спина? Нет. О, мозг. Если голова на месте, если мозг есть, если вы умеете накапливать опыт, отделять информацию, фейки от нормальной информации, тогда вы будете гораздо меньше вкалывать, и все у вас будет получаться. И урожай у вас будет вот этот ум капитализироваться в урожай, а не в труд, бесконечный труд на благо вредителей и болезней, которые у вас будут отнимать все. Поэтому, в общем-то, все просто. Очень выгодно учиться именно вот с точки зрения получения урожая и поменьше вкалывать. Будете просто, так сказать, побольше отдыхать, если вы будете много знать. Так что учитесь. Андрей Владимирович, а вот если вот подытожить, да, то, что вы очень много сказали, вот что должен уметь настоящий садовод? То есть какие области знаний ему необходимы, чтобы там возделывать свой участок? Как сказать? Не нужны какие-то специальные знания. Но вы набираете, набираете практические знания, которых достаточно много, которые приходят с опытом но вообще курс школьной программы нормальный курс он э, той же самой ботаники биологии он практически дает ответы на все вопросы а также старые журналы вот например у меня до сих пор до дачи хранятся журналы юный натуралист начиная с на 1974 года знаете сколько там интересного иногда даже я раскрываю и узнаю даже я узнаю для себя очень много нового журналы наука и жизнь вот тоже великолепные вещи много интересного Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо большое за интересное интервью.